На конкурс дети читают стихи. Александр Твардовский. Отрывок из поэмы Василий Теркин. Читает Широков Антон, 17 лет. Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль и то не к спеху. Вот закончили войну, вот бы в отпуск я поехал на родную сторону. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И должны вы все понять, дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанку в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки, ладно, нет. Я другой колхоз и в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я Казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросой, угощая всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же, как когда, много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли всех ребят, только б слушали девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна, и медаль на это время мне, друзья, вот так нужна.